Всем привет, с вами Прия. Пришло время вскрыть недельные сундучки и получить идеальные эпические вещи, которые, возможно, уйдут торговцу, а может быть и нет. Для начала на воине вскроют три аксессуара, которые накопились с Аргунита, а может быть упадет что-то интересненькое. Кристалл, конечно, я уже получил, но не особо-то он и нужен для моего воина в текущий момент. Получаем три ненужных аксессуара, продаем, получаем голду, голдфарм жив. Вскрываем сундучок. Колечко 965-е. Хорошее, которое я надену вместо печати пантеона. И бонус весьма приятный на самом деле. Классно. Модификаторы текущей недели, усиливающий упрямый укрепленный. Пулем немного, держим агро, мобы усилены сами по себе. За счет модификатора, укрепленный. Все просто. Самое главное, чтобы танк держал агро и пулил правильные пачки мобов. Не особо-то это и тяжело на самом деле. Идем дальше, на паладина. О, близкотрончик рядом стоит. Отлично. Легендарка. Увы. А сундучка, сундучка, реликвия 960-я, в тот момент, когда у меня 970-я. Ну, на самом деле, я очень много улучшений за все это время пролутал для паладина, и пролутать что-то сейчас интересное становится на него уже тяжелее с каждой неделей. Увы. Идем дальше. Дальше друид. Итак, друид. Друид, как и паладин, мой твинк, поэтому особо времени я не провожу на них. И буду доволен почти любому луту, который упадет. А шапочку эту сразу разнизаем. Вот, походу, я на нее всю удачу потратил в виде плюс 15 итем левела. Вскрываем сундук. Ага, легендарочка. Легендарка, кстати, полезная на самом-то деле. Колечко на дополнительный сейф для танка-друида. Это классно. А ступни... Я не думаю, что они особо мне нужны. Но оставить их ради избегания весьма, думаю, будет полезно. Окей, пускай они так и лежат. Распылить я их всегда успею. А вот получить аналогичное будет гораздо тяжелее. Ну что ж, пришло время зайти на шамана, попытать счастье на нем. Итак, шаманчик. Шаман является главой гильдии «Берегите ноги», поэтому при вашем желании можно попасть в эту гильдию, написав, как мне, если я нахожусь в сети за своего шамана. Так и можно написать любому другому человеку, который состоит в этой гильдии, и вас заинвайтить. В гильдии есть различные события, посвященные Анторусу Героя, Нормал, которые могут посетить многие люди. А пояс Крит Хаст. А у меня мастери Крит. Что будет поинтереснее? А я думаю, пояс, который выпал сейчас, он будет поинтереснее. Мне так кажется. Но я оставлю старый пояс. Всякое может быть. Только вот трансмог надо на него наложить. Итак. Трансмог. За Альянс. Пришло время завершить недельное вскрытие. Вскрытием сундучка на ДК. Ну что ж, идем скрывать недельный сундучок. Надеюсь, упадет что-то действительно полезное. Хотя трудно пролутать что-то полезное на одетого персонажа. Нагрудник 960-й и легендарка для Варлока. Ну что ж, пойдем вскроем. Почему бы и нет? Вдруг упадет что-то классное, что побудит меня качать чернокнижника. Хотя такое не случится. В Анторус я еще не ходил на этом КД. Так что... Походы будут произведены на стриме.
Сегодня будет крайний стрим перед моей поездкой на стримфест, так что прошу зайти и поучаствовать в некоторых интересных вещах. Ну что ж, вот я и зашел на Варлока наконец-то. О, на нем даже две легендарочки. И все две с ДК. Отлично. Вскрываем. Что у меня уже есть в текущий момент? Есть пылкое желание Килджедена, есть предведение Драгонона, ступни легендарные, Придас и Столпы Темного Портала. Классная легендарка, очень динамичная. Сефус. Сефус. Ну, конечно, как же без него? Каждый использованный осколок души с вероятностью 3% на 8 секунд накладывает на вас эффект жатва душ. Что это, я вообще не представляю даже, и представлять на самом деле не хочу. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги. До скорого.